Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. И с вами Лариса. Вот и подошла к концу снежная и холодная зима. И с наступлением первого месяца весны, марта, все садоводы начнут активный посев семян, овощей и цветов на рассаду. Так как в нашем климате средней полосы Подмосковья и Урала большинство культур выращивается только через рассаду, чтобы получить урожай к осени. Расскажу сегодня, что я буду сеять на рассаду в марте, в первой и во второй середине, так как спешить, конечно, тоже не нужно, и обязательно учитывать рассадный период растения, чтобы рассада не переросла и не погибла из-за нехватки полезных веществ в маленькой по объему таре. Итак, первым делом досеваем и подсеваем теплолюбивые сладкие перец и баклажаны раннего срока созревания, чтобы они успели дозреть и порадовать урожаем. Перец я уже весь посеяла, и он взошел. Находится на стадии пикировки из инкубаторов в рассадные ящики. Кому интересно, оставлю ссылку о посеве семян перца и дружных всходах. Баклажаны буду досевать. Первые февральские посевы уже набирают силу и появляются настоящие листочки. Скоро буду подкармливать, о чем подробно расскажу далее. И, конечно же, томаты, семена которых по традиции начинаю сеять после 8 марта. Помимо сортов прошлых лет, семена собирала сама и о которых много рассказывала. В этом году выписала много новых сортов из частных коллекций, так как убедилась по опыту, что всхожесть таких семян гораздо выше, чем из магазина, и они все сорта, а не гибриды. Во второй половине марта можно сажать семена цветной и поздний сорт белокочанной капусты. У них долгий вегетационный период, до 120 дней. Так что затягивать не стоит. И, конечно же, огурцы с условием, если есть отапливаемая теплица. И выбирать нужно гибриды, ранние, адаптированные к холоду, и партенокарпические женского типа цветения, так как насекомые еще не проснулись, а весной теплицы практически не открываются. Для раннего урожая зелени можно посеять базилик. Его выращивают в том числе и через рассаду. И когда пройдет угроза возвратных заморозков, можно будет высаживать в открытый грунт. Уже вполне хорошие кустики. Подходит очередь неприхотливых и капризных цветов. Это петунья. Основная масса цветов вырастает именно из мартовских посевов. Так как досвечивать практически не нужно, ведь день стремительно прибывает. Бегония. Ее сеют в январе-феврале. Но кто не успел, в первых числах марта еще можно посадить. Так как это комнатное и компактное растение, то его можно будет пересадить на зимовку домой, когда придет осень. Ну и продолжают сеять семена клубники и земляники на рассаду, чтобы в мае уже получить готовые кустики. Желаю всем удачи, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди. Пока!